Приветствую вас, мои дорогие. Я Мария Шайхутдинова. И сегодня с вами поговорим про установки на успех. Я не хочу давать вам зашаблоненные установки на успех. Почему? Потому что это каждая установка, она резонирует с душой того человека, который ее написал. Сегодня мы сделаем с вами практическое занятие. Но это практика будет действительно с тысячи на тысячи процентов действенна именно для вас. Почему? Потому что вы на уровне души создадите ваши установки на успех. Это очень важно понимать. Итак, возьми листок бумаги, ручку и выпиши, что бы ты хотел, что бы происходило в твоей жизни. Во всех сферах, абсолютно во всех, касающихся здоровья, касающихся работы, заработка, дохода, касающихся отдыха, касающихся отношений. Выпиши все, что бы ты хотел, как ты это видишь, как ты видишь свою жизнь. Еще раз напомню, что все создается из момента здесь и сейчас. И исходя из этого, ты напишешь свои личные установки. Эти установки будут работать индивидуально для тебя. Эти установки запишутся на твое сознательное и бессознательное. То, что ты будешь прокручивать в своей голове, будет направляться в твое пространство. Как только ты выпишешь эти установки, выпиши их не менее 10, не менее 10. Лучше, если ты в течение 21 дня, изо дня в день, будешь переписывать эти 10 установок. Почему? Ручки – это наши волшебные инструменты. Вписывая каждое слово, каждую буковку, твое – это то, что ты вписываешь, это вписывается в твое подсознательное. Потому что подсознательно обрабатывает информацию в 200 миллионов раз быстрее, чем твое сознательное. Поэтому подсознательное влияет на происходящее. То есть не осознавая, подсознательное влияет. Да? Здесь ты вписываешь, записываешь твои конкретные установки на успех. Ты записываешь свои подсознательные. Таким образом, волшебство начнет происходить. У каждого по-разному происходит. У кого-то уже на третий день идут результаты, у кого-то через месяц, а кому-то, возможно, придется 3 месяца писать. Ну, пожалуйста, идите до конца. Пишите, пишите, пишите. 5 минут в день уделить для себя любимого. Ну, это сможет каждый. Вы же действительно хотите жить богатой, успешной, лучшей жизнью, да? Поэтому переписывайте изо дня в день ваши установки. То, как бы вы хотели проживать эту жизнь. Например, моя прибыль ежедневно растет. Прибыль, да? Не доход, а прибыль. Потому что доход – это доход. Из него вычитаются ежемесячные платежи. А прибыль – это чистая прибыль. Вот и пишите. Моя прибыль ежедневно растет. Я вижу, как деньги приумножается в моем кошельке. Я могу себе легко все позволить. Все в моей жизни происходит легко и просто. Каждый день я ощущаю бодрость, энергию, силу. Я все могу. И таким, и так далее. Но это мое личное, да, а у вас свое. Про работу, про отношения. 10 установок. То есть как только эти установки будут у вас проявляться, вы можете физической реальности той жизни, вы их просто заменяете на другое, чтобы вы еще хотели улучшить в своей жизни. Ну что ж, если тебе понравилось это видео, ставь лайки, пиши в комментариях твое мнение, да, то, что бы ты хотел обсудить, пишите темы. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. С любовью к вам, ваша Мария Шайхутдинова, тренер по созданию счастливой и богатой жизни. До новых встреч!